אנחנו ראינו מה שקרה לאחר רצח שני השוטרים שלנו על הר הבית, וכשהגיעו לעשות את הלוויות של תושבי אום אל-פחם, הרוצחים, на храм горе, мы видели, что происходило на похоронах террористов, которые это сделали, и Высший суд справедливости не дал нам даже возможности поговорить с семьями для того, чтобы эти похороны не превратились в самые настоящие демонстрации. Поэтому я решила, ведь Высший суд справедливости сказал, что нашим полицейским невозможно держать тела террористов, для того, чтобы не мешать похоронам. Но, тем не менее, полицейские должны сделать все возможное, чтобы в нашей стране было безопасно. Очень часто раньше полицейские отдавали тела террористов по ночам для того, чтобы похороны проводились тихо и не превращались в демонстрации. Сегодня мы видим, что в арабском секторе в Израиле происходит, в общем-то, то же самое, что и в других частях Палестинской автономии. Согласно исследованиям, которые я сделала еще до того, как я вошла в КНЕСЕТ, я очень долго занималась террором, и я могу сказать вам, что многочисленные малолетние террористы, которые становились террористами, их нанимали на эти должности ровно во время похорон старших братьев. Я долго занималась темой террора, и сегодня могу сказать, что мой законопроект – это результат многолетних исследований. Мы, конечно, изменили немного первоначальную формулировку закона, но теперь подали настоящий законопроект. Полиция сможет прийти в тот момент, когда террористы, например, являются израильскими арабами, и тела не будут возвращаться до того момента, пока не проведутся приговоры с семьями, и полиция будет отдавать тела в тот момент, когда это будет нужно. Таким образом, мы в законе напишем, что достаточно будет просто подстрекательств для того, чтобы не выдавать тела террористов. Я думаю, что я сказала в своей речи, когда представляла свой законопроект перед КНЕСЕТом, мне кажется, и министр Эрдан тоже говорил об этом. Если полиция защищает безопасность граждан Израиля, то все в порядке. Но если Высший суд справедливости потребовал закон, который будет упорядочивать похороны террористов, пожалуйста, будет закон. Должна быть возможность принимать решение. Я хочу вам сказать, что совсем недавно Высший суд справедливости принял решение дать возможность даже бывшим хамасникам проживать на территории Израиля. Я думаю, что надо... Я думаю, что нужен закон, специальный закон, который запретит членам организации, террористической организации Хамас, запретит им проживать на территории Израиля. Это нелогично. Но каждый раз нужны законы. На самом деле, это невозможно проводить законы по каждому случаю. Нужно, чтобы полиция имела свободу действий. Нужно, чтобы полиция могла обеспечить безопасность граждан Израиля. Я предложила вам сейчас пример о том, как бывшие члены Хамаса получали израильское гражданство. Однажды я
взяла интервью у члена Хамаса, который жил в Иерусалиме, в деревне Цурбахер. И он в этот момент сидел в тюрьме. И он сказал мне, самое ужасное, это то, что у меня забрали израильский паспорт. То есть он готов получать пособие от Института национального страхования, он готов получать медицинскую помощь от Израиля, но при этом он будет членом террористической организации Хамас. Не просто членом этой организации, а еще одним из ведущих членов. Вот именно поэтому я сегодня провожу, пытаюсь проводить закон, которые позволят нам обеспечивать безопасность в нашей стране. Более 100 израильских арабов присоединилось к ИГИЛ. Эти люди потом возвращаются сюда и распространяют радикальную исламистскую психологию. Я хочу сказать, что, например, члены организации ИГИЛ потом возвращаются сюда, например, получать медицинскую помощь. Я хочу, чтобы они не могли получить эту помощь. אנשים מתנועה אסלאמית. אנחנו רואים איך הם הגיבו לחוק שלי. אמרתי להם, תראו, אפילו סידיאת לודי, כתורי פדירג'ו את אסלאמסקי ג'יהאד. ואין בישראל. אתם לא אומרים שום דבר? למה הם כל כך יקרות לכם הגופות? למה אתם לא מדברים על הגופות של הדר גולדין ושל אורון שאול, החיילים שלנו שנמצאים בעזה? שם כבוד המת לא משחק תפקיד. Наши арабские депутаты, сидящие в нашем парламенте, так сильно беспокоятся о телах террористов. А почему они не говорят о телах израильских солдат, которые находятся в руках Хамаса в секторе Газа? Они не могут делать все, что они хотят. Даже демократия должна защищать сама себя. Спасибо и вам.